развиваю какие-то собственные проекты. Вот, основное направление — это бизнес-направление в юридической сфере. Это представление услуг по поводу финансового консультирования, финансово-правового консультирования, ну, банкротства в основном юрлиц. Вот. Потом, что еще? Ну, защита прав потребителей. Вот. В основном специализируюсь на возврате автомобилей, если по потребителям. Автомобиль стараюсь возвращать производителю, либо дистрибьютору в Москве, ну, как правило, в Москве. Угу. Отлично, спасибо, Ильдар Ильдаров. Андрей. Здравствуйте, меня зовут Куренев Андрей, я не юрист, не адвокат, и вообще далек от этой темы. Я занимаюсь автоматизацией деятельности, IT-решениями.